И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Dark and Light. Собственно, что произошло? Да нифига не произошло. Произошло после стрима лишь то, что я попытался что-то настроить, но ничего не вышло. Ну, кстати, лагает поменьше, да, не спорю. Все-таки во время стрима у меня запущен был и браузер, и так далее. И в целом, у меня сейчас показывают 13, 14, 15, 12 FPS. Настройки я поставил высокие. Ну, чисто нажал на высокие и только небо убрал. Потому что с этим параметром у меня там просто, короче, какая-то жопа его канале творилась. А, стоп, нет, я небо убрал и что-то здесь убрал. Вот это я убрал. Вот это убрал. И вот эти два параметра убрал. А, вот эти три параметра убрал. Этого не было, это не включается. И все, да. Все остальное осталось также по-прежнему. Ни черта не меняется. Даже если я эпик ставлю, вообще FPS ни на единичку не меняется. Как видите, у меня небо темное, и я при запуске сделал команду, типа, ну, я посмотрел при запуске FPS, что был, и все в таком духе. Нифига не помогает вообще. Ну да, небо стало постоянно черное, хоть днем, хоть ночью, и ночью видно, как днем. Собственно, единственное, чем мне помогло. И все. Ну, кстати, прикольно ночью, как днем видишь, вообще просто супер. Удобно. Читерно, но удобно. Вот, не знаю, в чем прикол. Видеокарта, я даже вот посидел, посморачивался. Видеокарта у меня загружена. Я сидел, смотрел стрим. Я зашел в игру, проверяю тест, делаю 80% видеокарта загружена. Извините, там половина у меня загружает, только один стрим. Вот, без стрима там что-то... Ну, короче, 40-50 примерно так процентов видеокарты загружается, процессор видеокарты. Сам процессор на 90%, сейчас вот 87 загружается. Оператива еще 2 гигабайта свободное было, когда я стрим смотрел. Сейчас где-то около 4 свободно. Ой, какой около 4? 60% у меня забито. Да, уж из 16 гигов 60% забито. А вот такие вот дела. Там я сейчас спасался от этого, от скелета здесь скелет заспавнился, потом, короче, переспускал и так далее. В общем, короче, жопа полная. Вели оптимизацию на ура. Бляха-муха. Была 20-ка, стала кое-как 15. Но в целом, что могу сказать? Обновление мне вполне устраивает. Ввели русский язык частично, ввели... кстати, я так и не посмотрел. Было раньше, не было, ну вроде как не было вот этой всей фигни, типа добывайте дерево, добывайте хей, я не знаю, что это такое за фигня. И тогда будет существование, да, существование качаться, допустим. Если в ну раньше, добывайте ротан, добывайте камень, крафтите дальнобойное оружие и все пучком, короче, будет вам счастье, называется. Вот, но я как бы лук добыл, так что мне пока что это сильно тоже не нужно, хотя вот арбалет было бы неплохо-то. Ну, здесь левел нужен 15-й. Вот, что я собираюсь делать? Ничего серьезного, взять и качаться. Кстати, вот, 66 монеток добыл, сейчас монеты добывать вообще просто легко. Стоишь, набиваешь ящик на бочке и все пучком. Сейчас я вам даже покажу, как это делаю, где я это делаю, даже вот так вот будет более прикольно, я думаю. Так, здесь у меня обычная, ну, броня, отлично. Убил скелета, со скелета залутал эпическую кожаную броню. Броня 91,5. Тупо броня дает дофига раз больше, чем... Ну, то есть даже на 30 брони больше, ну, почти на 30 брони больше, чем у меня было. Это просто эпик, это просто что-то с чем-то. То есть, если я сейчас надеваю вот это, ну, надевать не будем, надеваю вот это, вот, допустим, вот это, делаю еще лазеры, это просто кайф. 90, 30, плюс 30, это 120, да, плюс у меня здесь ботинки еще дадут 30, это 150, плюс наручи 180 и плюс шлем 210. Просто брони 210, а без этой всей фигни броня дает, ну то есть броня сейчас дает у меня в 2 раза больше, то есть так она дает 45, а так она 91, это просто нереально, реально нереальный кайф, я вам так скажу.
Так, ладно, погнали собираться в путь, дорогу. Серп, я так и не понял, как он работает. Что за фигня? Этот снег позволяет эффективно собирать ресурсы с растений. Ну, траву он собирает хорошо, а вот ягодки не очень. Поэтому, как бы, мне в целом с него пока что толку нету, поэтому брать его не будем. Да, берем вот это, вот это, вот это. Кстати, вот эта штука очень классная, когда ты фармишь, просто хватаешь и фармишь, и пошел, короче. Пошел, прям лутать все на ура. Так, дальше что мне нужно? Вот это взять обязательно нужно. Даже давай-ка эквип еще вот так вот. Еще возьмем. Лишним не будет. Здесь у меня стоун, здесь шард, как видят, все так же осталось. Солома здесь проскидал, здесь дерево. Сюда скинул сера, так и назвал сера. Здесь всякий хлам. Все подряд, короче. Ты это что тут делаешь? Вот, здесь чисто все подряд, все подряд, все подряд. Ну, я и назвал разное. Так, что мне нужно? Мне нужно будет вот это, нет, давай, не вот это, ой, ёпта. Не вот это вот там, не, а вот это вот там, копишка пригодится. Наверное, пригодится. Так, ну и все, думаю, пока что хватит. Бронька. Ну давай, раз у меня есть бронька такая уже хорошая, так что давай вот это можно будет с собой, я думаю, взять. Пригодится. Что такое? Опять нажал на Е. В общем, что я могу сказать? Игра мне яростно говорит: чувак, бросай ты это гиблое дело. Вот. Да и как бы я и сам хотел немного поиграть, а потом обратно вернуться в арк. Тем более, я уже придумал себе концепцию. Но, знаете, вот после вот этих всех настроек у меня показывает 12 FPS, да? Но игра настолько плавно идет. Не, вот эти вот откаты, фрезы, это фигня, это серверная часть, это не заморачивайтесь. Я имею в виду сама игра, то есть насколько она плавно поворачивается, насколько отклик быстро идет. Ни разу такого отклика ни в одной игре на 12, тем более 10 FPS я не видел. Начинаются только пролаги, подвисончики и так далее, это на 10, 9, 8 и так далее FPS, только тогда начинаются подвисончики. Вот видите, цветов дофига, а толку нифига. Ну, декор хотя бы качаю. Ну-ка, а если я, допустим, буду киркой добывать? Тоже нифига. А если руками, что добываем? Короче, всякое говно добываем. Не получилось у меня немножко. А, не, нормально, более-менее хоть что-то добыл. В общем, пойдем немножечко сегодня все-таки поохотимся по-нормальному. Я думаю, сегодня у меня получится. Ну, затестим ночное приключение по всему этому миру с этими настройками. Если все будет нормально, я не забуду, то я хочу включить. Ну, напишу в описании, как сделать светлую ночь. Ну, как бы, как видите, уже 8 часов вечера, да? А ночь, она как день, просто с темным небом. Ну, такое солнечное затмение, назовем так. Вот, вот видите, и стоишь так, набиваешься нормально. Точно, я вспомнил, зачем тут туда бегал. Кстати, бочки спавнятся каждое утро. Спасибо. Саша Шабатин мне написал то, что бочки, как я понял, бочки спавнятся каждое утро. Как я понял, да? Я говорю, я без понятия, я после стрима не заходил. И тут, да, реально, они в определенный, можно так сказать, час, они хоп, и появляются сразу же моментально, это здорово. Вот, и вот в этом месте, так кто. Опаньки, спрыгиваем, и вот в этом месте стоит дофига бочек, здесь можно просто тупо, короче, сидеть. Кстати, вот он мой костер, да, здесь его можно тоже включить. Ой, у меня тут пепелок валяется. Вот, и как бы и спокойно можно здесь фармить. Никто мешать не будет. Так, что мне нужно скинуть? Вот это все говно надо мне скинуть. Так вот, и вот так вот, авось пригодится. Так, ну все, погнали. Погнали, короче, на поиски приключений. На поиски приключений. Сейчас выйду из города. В целом,
Когда я загрузил игру, здесь не прогрузились все постройки и так далее, у меня FPS просто за 50 зашкалил. Только все здания начали прогружаться, я, твою мать, просто сразу FPS. Думаю, ну понятно все с тобой, здание. Сейчас пойдем в лес, посмотрим, что да как с FPS будет там. Вот, смотрите, видите, пошел пролаг. Это прогрузка зданий идет. Да, прогрузка всех строений. То есть, по-простому говоря, здесь, черт побери, не оптимизированы постройки. И это напрягает, если честно. Ну, господи, это же не MMORPG. Ну, в смысле, не чисто MMORPG. Здесь не получится вывести на неоптимизированных зданиях. Вот, как-то, в общем, непонятно. Но, тем временем, как вы видите, у меня стоит уже 9 вечера, а я все спокойно могу делать. То есть, все вижу, все хорошо, просто замечательно. Без лишних заморочек. Так, где? Вот. И, опаньки! Да, отклик сразу моментально идет, без лишних заморочек, и оп, все просто отлично. Вот эти все пролаги, это серверная уже часть идет, и тут, конечно, я просто-напросто ничего сделать не могу, поэтому как бы такие вот дела. Да, мех-то бывает, все-таки лучше всего ножом, по крайней мере, здесь вы и кожу набьете, и мех заодно. Другими же предметами набивается что-то не очень, короче. О, дерево, супер. Мне оно нафиг не нужно, так что... Ну, прикольно. Так, стоять! Вот, пока что ближний бой, конечно, здесь такая себе фигня, непродуманная, так как все-таки лаги здесь вас убьют быстрее. Но вот дальний бой, это просто ад какой-то. Это для врагов, конечно же. Вот так. Бэнкс! О, да, level up. Так, достаем ножичек и погнали. Есть что? Тебе. Нет, ничего в тебе. Вот. И, собственно, добываем ножичком потихонечку нужный нам ресурс. Да, вот, пожалуйста, смотрите. Время 22:30, а у меня, черт побери, рассвет. По-простому говоря, сейчас на данном этапе развития, на данном этапе игры, можно так сказать, у меня луна считается за солнце. Ну, а солнце за солнце, соответственно. Все весело. Все весело, меня это лично устраивает, так что я пока что в этом плане без лишних заморочек. Что-то кто-то никто не разделывает, ну окей, я разделаю. Так. Ничего нету, отлично. Так, погнали. Ветряной ресурс у меня добывается. Ну, кстати, смотрите, уже чуваки прям развиваются нормально. Хорошо. Это хорошо, что люди развиваются. А вот я пошел по MMORPG составляющей. Я не строю себе дом. У меня просто склад. У меня есть просто офигенский склад, который вы задолбаетесь ломать, так как его просто-напросто не получится сломать, так как это... Там нечего ломать. Ну да. Так-с. Отличненько. Что я в итоге уже умею? Неплохо. Не помешало бы добыть ресурс, если в честно. Если я найду нормальную руду. Вот так вот, стихоплеты. И земля очень хорошая. Кстати, вот из этого дома меня пытались убивать. Вот, смотрите. Кромешная тьма. 23 часа, да? 23-25.
Ночь. Ночь наступила. У меня наступила ночь. Прикольная, да, ночь? Мне даже светлячка заюзывать нечего, незачем. И, соответственно, уже автоматически не палить себя вообще. Так, что у меня тут там? Давай ягодки захаваем. Так. Вау. Кача. Нет, за окном началась буря. Даже, ну, не буря, но штормовой дождь начался. До этого была молния, и я боялся, что просто все вырубит, и поэтому решил, что стартовать не обязательно. Стартовать запись, я имею в виду. Пригодится. Ну вот, сейчас же я, собственно, запись начал, но опять дождь начался. Блин, надеюсь, у меня не вырубит ничего. Вес, точно. Качаем вес и качаем ману. Как я уже сказал, до 200 добьем, а там будет видно, что я буду качать. Ну, тем временем мне нужен 15 левел. О, кстати, спальник пригодится. Тем временем мне нужен 15 левел, чтобы я смог докачаться вот эту фигню у себя. И уже кровать маздречить смог бы. Так. Ну, кстати, все-таки настроечки поналадил. И да, ночь у меня не слишком уж яркая, это хорошо. Это хорошо, а то уж там совсем было читерно. Возможно, это сейчас яркость из-за полнолуния. А я думал, сейчас полнолуние, я что-то не вижу. Ну, окей. Ну, в общем, светло — это хорошо. Это просто замечательно. Меня лично это все устраивает. Да, ё-моё, надеюсь, не сильно этот шум слышно. Шум за окном. Ну, кстати, с другой стороны, это аутентично. Вот, пожалуйста, все, и у меня опять светло как днем. Это аутентично. В игре дождь, на улице дождь. Все просто замечательно, я просто счастлив и просто готов плакать от счастья. Так, ладно, фиг с этим всем говном. Да какой сильный дождь прям. Ох, хорошо-то как. Куда пойдем? Жаль, здесь карты нету, знаете, это прям реально мешает. Вот в арке есть карта. Ну, ты без лишних заморочек включаешь карту, и все хорошо. Здесь такого нету. И это просто фигово. Просто до жути как фигово. Так, могу состряпать, здорово. Решил состряпать. Оп. Вот эту вот штуку. Чтоб мне было тепло. И все просто замечательно. Вот смотрите, ну зачем мне? Вот зачем мне включать светлячка, как-то палиться, бегать и так далее, если в ночь такие яркие. Или их вели такими яркими, я не знаю. Ну, меня устраивает. Меня устраивает эта вот такая ночь, прям хорошая. Я люблю, кстати, ночь. Я обожаю ночь. Я обожаю полнолуние. Я вообще в целом, что касается луны, тоже люблю. Но суть в том, что я обожаю, когда просто огромная луна. Она светит так ярко, что просто на улице очень даже сильно светло. Я это обожаю. Выглядит четко крипово, как-то страшно даже, знаете, в этом плане. Но... Ну, мне нравится, и все нормально. В этом плане все просто замечательно. Так, что дальше? Я в итоге так ничего и не залутал. Восстановим немножечко энергии. Восстановим немножечко еды. Я почти угадал. Угу. Восстановим немножечко фокуса. Фокус, фокус. Так, и погнали дальше. Да, да, ночью бегаю, как днем, все нормально, все пучком. Мне нравится. Во, кстати, 20 FPS, 20 FPS просто в лесу, 20 FPS показывают. И я застрял, чертям сопачил в гору. Не застрял, а в горе. Здорово.
Ох ты ж, ёшкин кот. Поставил на паузу, и тут уже опаньки. Чутка АФК называется. И тут уже летает какая-то... Какое-то чмошное создание. И в баню! И самое главное, это непонятно, то ли это живое существо, ну, в смысле человек, то ли это... Fireballs! Уе! Я тебя поджарю, свинота! Пернатая! Вот, пожалуйста, все! В 2 часа ночи! 2 часа ночи у меня светло как днем. Не, это здорово. Странное пернатое отродье. И говорю, вот что-то непонятно. То ли это человек, то ли это... То ли это животное так согрелось на меня. Блин, нифига себе, конечно, да. Чё-то я такого не ожидал чутка. Ну ладно, и на том хорошо. Жив и ладно. О, погнали дальше. Конечно, было бы неплохо, знаете, домик себе построить. Такой, именно из дерева. Но я хочу и строить сразу же из дерева. В жопу эту солому. В жопу, реально, в жопу эту солому. Ее ломают, ну ура. Ты иди, ты в жопу. И не только солому в жопу. Ха-ча! Я не знаю, что сейчас со мной будет. Тихо. Слава богу, светло как днем, а? Оп! И благодаря лагам он иногда проскакивает мимо. Но я чувствую, я сейчас сдохну. Эх, беги, глупец, беги, беги. Твою мать, застрял в текстурах. Этим можно воспользоваться. Благо, у меня мана дофига. Качайте ману, мана нужная штука. Фак! А вот это уже реально дерьмово. Но! Я брал запаску, так что все пучком. Уе! Я бантар завалил. Отлично, отличненько. Вот это уже здорово. Иди сюда. Пупсик. Ну-ка, давайте посмотрим, характеристики покажет. Нет, характеристики не показывает. Жалко. Обожаю. Знаете, вот с одной стороны, фигово, когда у тебя появляется, ну, то есть такое место, где ты просто багаешься и ничего не можешь делать. А с другой стороны, это просто кайф, так как все эти мобы точно так же ничего не могут сделать. Блин, я где-то находил место, где я могу бить нормально. Во-во-во-во, пошла жара. Вот так, короче, сделаем. Так, сразу говорю, сорян за то, что у меня тут экран сейчас дергается так жестко. Но, короче, он чуть-чуть баганулся, видите, я его не в каждом месте могу бить. О, нормально, нашел место и так. Все, здорово. 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 И хилякус. Исполнякус. Так, все, нормально. Руна восстановления заюзана. Так, давай-ка фокусы немножечко сейчас восстановим. Так, это говно тоже захаваем. И немножечко яблочек. Отлично. Так, также мне нужно починить волшебный. Ага, понятно. Так, волшебный. О, а вот это уже подстава. Прикиньте, я шарду не взял. Да лё, ёпарасоте, какого фига ты встал, тормоз тупорылый. Такс. Я шарды не взял. Вот это сейчас была такая жесткая подстава. Мне надо шарты набить срочно. Они же руками, да, добываются? Вроде как. Вроде как. У меня просто нету этого сборщика. Блин, как я так забыл тут
сборщика говно. Что за в натуре? Такс. А, во! А что на тебе надо? А, шарды были круто. А вот теперь нету. А, так нужно было их 6 всего лишь. Ну, отлично. Все, погнали. Погнали. Пошла жара. Сейчас все будет. Ой, там виверн летает. Ну, я тут дерево пока подобываю. Так, все пучком. Оп. Приключения Нубаса и ее простые. Так, нужно больше шардов. Отлично, здесь чувака уже зарейдили, так что все нормально. Фрекиш Пис, трайпа Фрекиш Пис, отлично, просто снесли нафиг все чертям собачьим и все. И пофигу, короче, что ты хотел тут делать и так далее, тебя просто нафиг все снесли. Просто снесли и все, и короче, нормально, это нормально называется. Я не понял, а что все стены с окнами? Господи, это что же за говно? Снос доступен? Отлично. Снос доступен. Давайте все это дело снесем. Чисто для того, чтобы постройка нам не мешалась. Она мне мешается-то. Она фактически просто своим присутствием она мне мешается. Да, я вот такой человек. Я могу снести чужую постройку, если снос доступен. Просто тупо из-за того, что, ну, я привык с арка, то, что все постройки нагружают сервера. Если есть возможность на 0.0.0.0.0.1 хотя процент разгрузить сервер, я это сделаю. Не знаю зачем. Но, тем временем я пробегал всю ночь, и вы хоть раз видели? Оу, да, сломалось. И вы хоть раз видели, чтобы у меня было темно? Ни разу. И это здорово. Лум! Круто! Вы это слышали? Да. Молния прям бабахнула. Секунду. Ну, все норм. Я окно закрыл. Чтобы не сигналили все вот эти вот машины. В общем... Молния бабахнула буквально, может, километр, может, два. Ну, максимум километров двух, судя по времени. Да, максимум километр два. Бабахнула красиво. Ничего не выбило, в смысле, свет, так что все пучком. Такс. Вот это сразу же надеваем. А вот это сразу же восстанавливаем. Черт побери, я думал, у меня один восстановлен. Тоже восстанавливаем сразу же. Ай, черт возьми. Починка. Такс. Ну что, охота продолжается. Эй, Виверна, давай, короче, без тебя, да, тут и без тебя весело мне. С пантерой дрался мне. Вообще было очень крайне весело. Такс. Чё у меня? И, кстати, по левелу-то нифига не прокачался в итоге. Зато, кстати, досье существа я себе открыл. Пантера! Ну, давай, откройся. Вот она, пантерка. Да-да-да-да-да. Ну, вы, короче, я понял. Вы же прочитали, вы же у меня молодцы. Вы же можете прочитать. Я не хочу это дело переводить. Так, что мне нужно? Ну да, мне нужен кач. Блин, такое себе это дело качаться просто так. Мне скучно от этого становится. Давайте на кого-нибудь нарвемся. Ну я как бы еще не просто качаться пошел, я пошел протестить... Светлую ночь вообще. И знаете, для стримера это самое оно. Надо, кстати, кемерово файловцам эту фигню подсказать, чтобы, может, у них будет ночью светло и вообще им тогда заморочек не будет. А чё, удобно.
адрес. Если поможет, то просто здорово. Эх, пошла жара! Пошла жара! Стоять! Слишком много эффектов! Уе! Нифига себе, я не думал, что я тебя так быстро завалю. Какой у тебя левел? Вот, золотый левел. Оленёша. Опс, не то, не то, да подожди, ты говоришь не то. О! Давай, разделка на кожу. Я думаю, с тебя-то шерсти не будет. Хотя, может, будет. Ёб твою ж налево! Чувак, беги, за тобой гоблин! У-ху-ху-ху, там молнии бабахают. 160, это конечно да. Ладно, короче, разделывай, ну в жопу, я что-то не хочу рядом с ним стоять после того, как он в гоблина продамажил 160. Молнии, ну он 40-й левел, или какой там левел. Ну, короче, нормально там чувак по левелу. Плюс у него магические шмотки, которые увеличивают дамаг, это конечно да. Еще я надеюсь, он за мной там не бежит. Я очень на это надеюсь. Потому что я бы не хотел случайно по нему попасть, после чего он поймет, что я типа такой весь агрессор и начнет меня пытаться убивать. Да. Ну зачем лишние конфликты? Ип. Да, ничего серьезного. Я еще хожу, почему смотрю, так оглядываюсь, я еще смотрю руду. Здесь, как я понял, есть специальная руда, то есть есть камень, то есть вот это вот все, это стандартная руда. Но есть руда, которую ты добываешь, и, допустим, добываешь чисто медь. Вот это сульфур, обычный сраный долбанный сульфур, которого у всех полно. Вот, вот на серо. Вот, а есть, которые, как бы, я добывал, там чисто добывался медь, медиаха. Вот, копер, да, медь. Вот, поэтому как бы я и оглядываюсь в надежде найти хоть что-нибудь такое, что будет интересное мне. Так, ну ладно. Честно, я не знаю, где я уже бегу. Что, зачем и почему. Да уж. Но я точно могу сказать... Я заблудился. Но у меня хотя бы день постоянный, и это хорошо. Это реально очень замечательно, что у меня есть постоянный день, и я могу не плутать в ночи, юзая светлячков и все в таком духе. Это мне очень сильно помогает. У меня есть преимущество над этим миром. Так, ты какой левел, свинюша? 12-й. И фаерболуту! Фаерболуту! О, ёпта. Блин, обожаю. Обожаю уже эту магию. Ой, твою мать, гоблин сраный! Слышь, пошел в жопу отсюда! Сраный гоблин! Не трожь мою свинью! Скотина! Ты хорош трогать мою свиноту! Что-то подобие трайка какой-то ходит. Его бы случайно не задеть. Потому что мне кранты сразу же будет. Стоять, свиндус! Стопудово у тебя что-нибудь есть. О, да! Это вам будет месть. Ой-ой-ой-ой-ой, господи, я думал, он за мной бежит. Это вам будет месть за всех тех, кого... О, прикол, отлично. За всех тех, кто мне... А, ну сейчас, походу, дела это раньше было так, типа, показывалось их параметры. Пофиксили это. Это не должно было, походу, дела показываться их параметры. В общем, это месть за тех, кто меня убивал на первом стриме. Твою мать, сраная пантера, да пошла ты в жопу, овца! Эх, беги, глупец, беги! А вот это уже дерьмово. Это же реально... Это реально, нереально, дерьмово.
Она просто огромного левела, и это дерьмово. Киса! Киса-киса! Иди в жопу, отсюда. Я тебя испепелю, овца! Пошла вон! Да у меня маны на вас всех хватит, свинья! Только давайте там подходите, вы не будете все мне тут. Опс. Ну, почти на всех. 12 левел, нормально. Иди сюда! Да. Гори. Гори, тупая кошка. Ишь ты. Решила напасть на меня, когда я собираю лут. Да уж, одному в этом мире точно не выжить. Я вам так могу сказать. Так, интересно, это что-нибудь у меня такое, когда-нибудь жратва у меня восстанавливает ману, а вот это вот жратва у меня восстанавливает ману. Нифига не восстанавливает. Пошла жара. Пошла отсюда, кошка странная. Каленая кошка. Предупреждение. Черт. Надеюсь, ты там это фул хп не восстанавливаешь за это время, пока там бегаешь по кругу. Шел третий день выживания на камне. Я уже отчаялся, что у меня восстановится мана. Сраная кошка! А кто там пробегал-то, а? Я надеюсь, я там никого не зацепил случайно. Вам стоит поспать. У меня фокус заканчивается. Самое главное, не зацепить никого лишнего. Цветочки, цветочки. О, все, кранты кошарку. Учитывая, что он подгажный. А, нифига не кранты. Тогда я помогу тебе! Ну или добью тебя. А черт побери, в эти деревья попадаю. Так. Пошла жара. Оп-оп-оп-оп-оп. Че, завалил кошака там? Нет? Отлично. Сейчас помогу тебе. Ну или сдохнем вместе. А, кошара! Сраная кошка! Oh yeah! You kill it! Сейчас на меня согрется 100%. Оп! Потому что я его 100% зацепил. Или нет? Отлично. Так, мне не то нужно. Мне нужно... Так, стоять. Пятюря! Чего? Включить? О, да, включить. Обожаю переводы. Включить. Не открыть, а включить. Здорово. Не, ну что я могу сказать? Все вполне неплохо, охота удалась. Я выжил. Научился выживать и надеюсь, я вам рассказал, как это делать. Потому что, к примеру, вот на камень залезть и спастись, это офигенная тактика. Или использовать текстуру, то есть, в которую вы застряли, перепрыгнуть через нее, а мобы не додумываются перепрыгнуть. Это тоже способ выжить. Там альфач. Я не хочу туда идти. Так. Да блин, в трех соснах застрял. Ну, кстати, и графику я настроил вполне неплохо. Если бегать по лесам, 20 FPS постоянно есть, так что все нормально. Если не делать резких поворотов. Если начать делать резкие повороты, то FPS падает до 15-10 и все дерьмово. Ну, начинает провисончик какой-то быть. А, походу, тело задиспавнилось. Тело оленя этого. Ну, нормально. Нормально, хотя бы так. Сколько у меня в целом-то кожи? Шерсть 14 штук. Ну, конечно, не сильно много, как хотелось бы мне. Но все же. Левел у меня, конечно, еще нифига не вкачался. Это очень даже крайне дерьмово.
Но сейчас что я буду делать? Я буду бежать по тропинке и бежать уже, надеяться, что я добегу в город. Вижу это, отлично. Вот, ну, а с вами я уже буду, пожалуй, уже на этом точно прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.